Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, в районном суде номер 2 Алматинского района города Нур-Султан с конца июня проходит судебный процесс, на котором в качестве обвиняемых присутствуют Карамаев Кенесары, Расулметов Бахадир, Махамбетова Кымбат и Кожебергенова Бакыт, лидеры компании Questro World. Причем я вам сейчас показываю именно сегодняшнее заседание за 16 октября. Таким образом, судебный процесс длится с конца июня по сегодняшний день уже 3,5 месяца. Мне прислали следующее сообщение. Завтра, то есть 17 октября 2019 года, будет суд с 15:00, на котором будут допрашивать Карамаева. Потерпевших и свидетелей попросили по регионам. Таким образом, если вы хотите присутствовать на данном судебном заседании в качестве свидетеля, дать показания или просто понаблюдать за судебным процессом, вы можете это сделать. Напоминаю адрес районного суда номер 2 Алматинского района. Город Нур-Султан, проспект Победы, 15А. Если возникнут какие-то вопросы, то вот номер телефона, по которому вы можете позвонить. Если вам удалось побывать на каких-то заседаниях во время данного процесса, то, пожалуйста, напишите в комментариях ваши наблюдения, как вообще все проходит, и есть ли какая-то информация о том, сколько еще этот судебный процесс продлится, потому что 3,5 месяца срок немалый, и хотелось бы знать ориентировочные сроки окончания данного судебного процесса. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничные.